не быстрая процедура, поэтому. Показал видео. Эксперии меняли, да? Пишут, какой вижу, какая аккуратка, пожалуйста. Это ты кому показал? Ребята. Это если тебе интересно. В качестве растворителя используют. Что он в середине проклеивается. Mm-hmm. Вот это одна из таких моделей, которая проклеивается в середине. Вот. Чтобы клей легче сходил, я туда добавляю растворитель. На AMOLED-дисплее нет подсветки, поэтому можно заливать, не боясь, много. И мы ничего не будем, потому что калоша, она к пластику безразлична. То есть она пластик не растворяет. Соответственно, в данном случае будет растворять только клей. Угу. Видишь, как легко проходит это все действие именно этой штуки. На самом деле, если интересно, у меня 90 градусов. Но именно это какого? Да, и я подогреваю корпус, чтобы у меня дисплей не остывал. Угу. Но мне надо... именно вот этот дисплей разбирается, ну в смысле Samsung разбирается подольше, да? Ну да, я хочу его аккуратно сейчас снять, просто, возможно, мне придется снимать целый. Я один уже такой разбирал, у меня вроде как бы получилось. Но они проклеены очень неплохо в середине, там прям, вот тут, в этой части. Нагрев никак на процессоре, на батарейке не скажется? А оно туда не попадет. Он разбирается, сначала снимается дисплейный модуль, потом это как он... потом все остальное. А, потом выкручивается, там снимается рама уже с платы, с батарейки там, короче. Пройдусь по кругу, чтобы мне потом удобнее было в серединку там попадать. Тут кнопочки, есть кнопочки с шлейфиком отдельным, тут с шлейфиком только вот эта кнопочка, поэтому можно не бояться вот проходить. А если там шлейфик, то так нельзя делать, иначе ты его, ну, просто порежешь весь. Новых трещин для меня сейчас. Сам шлейф здесь отстегивается, то есть вверху вот это все. Я просто посмотрел, уже знаю, где это находится.
такие жидкости не являются жидкостями, да, потому что у них высокий процент испарения или как? Ну, ты имеешь в виду подание электричество? Да. Нет, они не проходят. Не... Ну, это, в принципе, одна из жидкостей, которую мы моем, чистим платы, короче. Одна из. То есть есть изопропиловый спирт, но... Но по большей части любят мастера использовать именно галошу-калошу. По сути, это керосин авиационный, высокой очистки. Использовался раньше сапожниками. Почему Samsung клеит дисплей на всю поверхность? Ну, чтобы не шевелился. Почему другие производители этого не делают? Дешевле, да, производство, наверное. Не, почему? Некоторые клеят. Допустим, если у тебя IPS-дисплей, ты его не проклеишь по всей поверхности. У тебя подсветка, ну, как бы там, довольно хрупкая штука. Тут нет подсветки. Тут они клеят. Они клеят этот, как... Ну, сейчас увидишь. Фольга, вон, видишь? Он все равно развалился. Сам по себе развалился. Видно, хорошо ударен он был. А новых-то еще мы не получили. Поэтому, смотри, мы его, в принципе, неплохо. Видишь, фольга проклеена. И уже за фольгу они приклеивают. Он, видно, от удара развалился. Потому что... Я в курсе. В принципе, не разваливается так. Если аккуратно снимать. Пристегивается шпынька. Ну, в принципе, сняли мы его удачно, даже клей не повредили. То есть вот он, видишь, здесь был в середине приклеен и по краям, поэтому их снимать вам довольно тяжело целиком. Ну так, в принципе, как была здесь трещина, и здесь так и осталось. Хотя дисплей при ударе просто развалился на две части. Вследствие удара. Это дисплей сам, да? Угу. Вот это дисплей. Тут остался, значит, наверное, поляризационный слой, я так понимаю. А, и тачскрин тоже остался. И вот эта вот штука, AMOLED-дисплей. Такой тоненький? Да, вот такие они тонкие. Пластиковые еще тоньше, которые гнутся. Они вообще там как бумажка, блин. Все, здесь у нас... Это я снимаю. Стопки стекла. А дальше он как автомат Калашникова. Выкручиваешь все винтики, он просто тут чпанька вытаскивается.